Четверть миллиарда, даже больше. Человеческий океан. И в этом океане шестеро из каждых 10 тружеников рабочие. О людях рабочего звания рассказывает наш фильм. О тех, кто шел за Лениным в октябре. Насмерть стоял в лихолетье воин. О тех, чей каждодневный труд основа могущества и процветания государства. Слово имеет депутат Чичеров Владимир Степанович, бригадир слесарей-монтажников, Ленинградский металлический завод. Товарищи депутаты! С особым приподнятым настроением приехали мы на нынешнюю сессию Верховного Совета Российской Федерации. Она проходит в знаменательное, наполненное историческими событиями время. Советские люди, выполняя решение 25-го съезда партии, готовятся достойно отметить 60-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Широкое развитие соревнования под девизом «От высокого качества работы каждого к высокой эффективности труда коллектива» Договор о содружестве 28 ленинградских предприятий и организаций, в их числе и нашего объединения «Металлический завод», участвующих в создании Саяно-Шушенской ГЭС, активно способствует успешному выполнению обязательств нашего коллектива по досрочному изготовлению гидротурбины для этой крупнейшей в мире гидроэлектростанции к юбилею советской власти. Коренной ленинградец и его сибирский гость. Валерий Поздняков приехал к берегам Невы со стройки Саяно-Шушенской ГЭС. Между рабочими местами Владимира Чичерова и Валерия Позднякова полстраны. Один возводит гидростанцию, другой создает для нее турбины. Их бригады соревнуются. Ленинградский металлический. 120 лет ему. Славен традициями революционного Питера. Из его цехов уходили на штурм Зимнего. Гость должен оставить свою роспись. Владимир Чичеров на турбинах с юных лет. Слесарь-монтажник с инженерным складом мышления. Свой человек в конструкторском бюро. Позов много. Здесь, вообще, наверное, вам будет крутиться неделю только на станках фрезеровать. Ну, это надо посмотреть. Конечно, если эти выгоднее будет приварить. Выгоднее, да. Если выгоднее, конечно, можно приварить. Здесь, наверное, можно будет посмотреть. Вообще, у вас заготовки уже есть? Есть, есть. Мы сейчас как раз в работу пустили. Называется команда металлического завода.
Саяна Шушенская. Ущелье Енисея, стиснутого хребтами Саян. Валерий Поздняков, плотник-бетонщик. Специальность на стройках нужнейшая. Им-то вот и предстоит поднять плотину самой мощной гидростанции планеты. В ее орбите формируется индустрия Саянского комплекса. А это большегрузные вагоны для БАМа, свои сибирские турбины, алюминий, дивный мрамор. С Поздняковым мы познакомились еще в начале 60-х годов на стройке Красноярской ГЭС. В Дивногорск приезжал Юрий Гагарин. Укладывал с комсомольцами бетон. Имя первого в мире космонавта присвоили бригаде, в которой работал Поздняков. С Енисея Позднякова направили в Нурек, помогать таджикским строителям. Земляная плотина 300 метров выше Эйфелевой башни. Вода для орошения таджикских, узбекских, туркменских земель. Самая крупная ГЭС Средней Азии. Здесь, в Дивногорске, Поздняков начинал. Считанные годы, а в его трудовой книжке уже 3 стройки мирового класса. Турбины Ленинградского металлического. Рабочие автографы Позднякова и Чичерова в бетоне и металле. Лифт, равного которому нет на реках мира, поднимает в Красноярское море корабли с грузами для Саянской стройки. Размечталась Весняна по всему Енисею. На плечах у Саяна взор веселый рассея, раскидала Весняна куст багульника нежный, он напоен туманом, молоком белоснежным. Он стоит над обрывом, ухватившись за камни, машет ветка игриво, обнимаясь ветрами. Разбросалась Весняна по нехоженным скалам, по плечам великана, где и счастье искала. Литературное объединение строителей Саяны Шушенской. В Шушенском. Я, как все, волнуюсь заранее, приближаюсь к дому Зырянова. В дом, как век минувший, вошел. Прямо комната Ильича, книги, койка, рабочий стол, тишина, лишь сердца стучат. На склоне лет, вспоминая годы ссылки у берегов Енисея, соратник Владимира Ильича Глеб Максимилианович Крыжановский говорил: есть что-то глубоко символическое в сооружении величайшей гидростанции мира, там, где Ленин думал о завтрашнем дне России. Енисей среди 10 главных рек земного шара. Чехов назвал его могучим, неистовым богатырем, который не знает, куда девать силы. Енисей перекрыт уже дважды. Почти треть крупнейшей гидростанции мира наши, советские. И на многих турбины Ленинградского металлического. Когда пошла экспериментальная установка, она у нас очень хорошо прошла. И вот сейчас уже идет сама турбина. Ну, сейчас вы учитесь в ПТУ. А мне пришлось ремесленного. Отец у меня в 45-м году здесь, в Ленинграде, умер. А мать в 48-м умерла. И стал мне завод семьей и домом родным. Ну, когда я пришел на наш завод, мне еще пришлось работать над турбинами 25 тысяч киловатт. Потом 200 тысяч киловатт, 300,
500, 800. Вот сейчас мы к 60-летию делаем турбину 1 200 000 киловатт. 1 200 000. Две таких турбины, всего две, далеко превосходят мощностью все 30 электростанций плана Гойлорум. Турбины завода работают на всех континентах. Ленинград первым предложил стройке на Енисея творческое научно-техническое содружество. Присоединились Украина, Сибирь, Урал. Соревнуются 150 заводов, институтов. А зародилось все в двух бригадах – Чичерова и Позднякова. Город-герой, бессмертие подвига, безмерность страданий. У Владимира Чичерова блокада отпечатана еще в детской памяти. Ледяные ночи, люди как тени, и мерный стук метронома в черной тарелке репродуктора. И блокадный хлеб, чуть больше 100 граммов на сутки. Из 60 лет существования страны Советов около 2 десятилетий выпало на годы войн, на залечивание глубоких ран. Навечно в памяти народной те, кому мы обязаны победой. Не забыты погибшие. В почете живущие среди нас. Воинская часть пригласила на встречу с молодыми летчиками полковника в отставке Спартака Иосифовича Маковского, ветерана Великой Отечественной. Они чертят небо на сверхзвуковых. Вот так же еще в аэроклубе Спартак Иосифович слушал рассказ пилота, воевавшего в гражданскую. Военная форма лишь в особых случаях. И надевать трудно. Все чувствительные напоминают о себе старые раны. Тоже Спартак в честь деда. И, конечно, хочет летать, как дед. Жили-были дед да баба, была у них курочка Ряма. Снесла курочка яичко, яичко непростое, золотое. Вот это вон курочка, вот у нас яичко. Да-да, вот это она. Это курочка. Дальше. Дед бил. Кто это вот? Бил, не разбил.
Ефимия Анисимовна Маковская. В войну разделяла со всеми труд, заботы, горе. А молодость, фронты гражданской, вечная тревога за мужа. Иосиф Иванович Маковский. Из его автобиографии. Я сам рабочий, по профессии шофер-механик и электромонтер. В период февральской революции вступил в Красную гвардию, где был тоже водителем бронемашины и пулеметчиком. Партию большевиков вступил и был утвержден членом партии 17 марта 1917 года. Петроград, июльские дни. Обогрел своей кровью литейный мост. Раненого его заточили в крепостной каземат. Потом Сибирь, подполье. Нам удалось найти снимки партизанских вожаков в летах, умудренные жизнью. И среди них Маковскому было тогда 23. Славгородское восстание в тылу белых. Маковский где-то тут, на площади. Его выбрали начальником штаба. Каратели атамана Анненкова запечатлели расправу с повстанцами. Пройдут годы, и Верховный суд предъявит эти снимки подсудимому Анненкову. Маковского, исколотого штыками, нашли среди грубы трупов. Пять ран в грудь, одна в живот, шесть в спину, не считая ранений в ноги и руки. Но выжил Иосиф Маковский. Красная строка в автобиографии. Делегатом от сибиряков на 8-й съезд Советов. Событие историческое. По заданию Ленина ученые разработали план электрификации России. Крыжижановский должен рассказать о нем съезду. Владимир Ильич называл этот план второй программой партии. По дороге в Москву Маковский видел разруха, нищета, и вдруг Россия электрическая. Через электрификацию коммунизм. Далеко не всех захватил, увлек этот план. Трудно было поверить, что справимся, осилим. Маковский поверил сразу. Загорелся. Сменил винтовку на молот. Он уже на Днепре. В автобиографии дыхание тех дней. Даешь Днепрогесс. Когда у Маковских родился сын, имя ему выбирали не по святцам. Комячейка постановила назвать в честь геройского вождя рабов. Окончив школу, Спартак пошел рабочим на Запорожсталь. С завода в училище военных летчиков. Партия призывала крепить оборону. Окончена школа, направление дальний гарнизон. Спартак навестил отчий дом.
Когда пришел час разлуки, отец разыскал старую автобиографию, поставил новую дату, приклеил фотокарточку, такую же, как на заводском пропуске, с трогательным простосердечием написал: «Дорогой сын мой Спартак, даю тебе свою краткую биографию, которая будет тебе заветом на всю твою жизнь для преданности партии Ленина. Твой отец Маковский». На фронт пошли оба. Сын выполнил отцовский завет. 80 воздушных боев. Сбил в воздухе и уничтожил на земле 30 вражеских самолетов. Мая 43-го сошелся в лобовой атаке с фашистским асом. Пошел на таран. Плоскостью ударил вражеский самолет. Развалившись на части в воздухе, тот рухнул вниз. Маковский чудом дотянул до своих полуразбитый истребитель. И еще подвиг высокой души. Лейтенант Кузнецов был сбит, попал в расположение гитлеровцев. Автоматчики уже бежали к горящему самолету, когда Маковский дерзко посадил истребитель рядом. С трудом втащив летчика к себе в кабину, взлетел над головами фашистов. Сфотографировано после приземления. Трудно было сразу понять, как такое вообще возможно. Спартаку Маковскому было тогда 23. Как отцу в гражданскую. Сделали снимок и на память. Отец защищал Приднепровье. Был тяжело контужен под Сталинградом. Мечтали после войны собраться с семьей в Запорожье. Сын приехал. На завтра ждали отца, посланного обкомом партии на уборку урожая. Не дождались. В ночь перед встречей с сыном погиб от ножа бандитов. Пал на посту. В кармане военной гимнастерки нашли неотправленное письмо. «Послание моему любимому сыну Спартаку». Так начиналось оно. Вечные годы. Болезнь, старые раны заставили покинуть полк. Стал главным механиком по монтажу. Снимали семейный праздник 12 лет назад. Виктор Кузнецов, летчик, спасенный Маковским, помните? Сыновья пошли в рабочий. Один металлист, другой монтажник. Кармане окровавленной гимнастерки Иосифа Ивановича Маковского, предсмертное завещание коммуниста обращено и к нам, живущим сегодня. Страшные дни и годы пережили в битве двух миров, мира фашизма
и мира коммунизма. Для вас жизнь завоевали, и вы довершили нашу битву. Так живите же счастливо и радостно. Человек ищет счастье и радость в любимом деле. Труд хлебороба, труд на земле, древний, благородный. Михаил Довжик узнал труд со школьных лет. Комсомолец из Запорожья, он весной 54-го приехал сюда, в казахские целинные степи. Руководство сложнейшим, решающим участком партия поручила Леониду Ильичу Брежневу. Леонид Ильич вспоминал о том героическом времени. Пронизывающий степной ветер, бураны и морозы, раскинутые на снегу палатки, первые борозды на полях и первые, если можно сказать, улицы новых поселков, дни до отказа заполненные работой, я бы сказал, часто бессонные ночи. Русский язык, языки других народов советской страны, прочно вошло новое слово – целинник. А это значит, дорогие товарищи целинники, что ваш труд увековечен в памяти народной. В числе первых на целину приехал украинский комсомолец Михаил Довжик и сразу включился в работу, возглавил тракторную бригаду, начал работать по ударному. Его рабочий путь отмечен многими славными начинаниями, которые находили и находят тысячи последователей. Кадры, снятые нами 20 лет назад, мы показали Михаилу Егорычу. Приехал сюда молодым. Вот вся моя молодость вложена в эту землю, значит, в становление, в освоение, значит, вот в строительство. Вот все это ногами схожено, значит, вот. Значит, и просто жалко оставлять на полпути все то, что-то было сделано. Это мать Мария Кирьяновна. Сейчас ее пошел 81-й год. Ну так, тут ничего еще. Нет, да и пороговую цену, если он где-то чуть-чуть, значит, начинает хромать. Особенно в работе. А это мой вот сын Войт, который родился в 1955 году. Вот в палатке. Сейчас он живет в армии. Там разобрался, работает как туристом бригады. Мы посадили 35 тысяч корней. В степи 35 тысяч корней. И вот эта полинка вот, значит, деревьев, водовозов не было, все это вручную приходилось. Видите, с речки брали воду, передавали друг другу, заполняли цистерны, а потом, значит, провозили по этому, значит, саженцам поливали. Первое, это очень трудно было. А сейчас вот эти деревья достигают 6-7-метровой высоты. Когда-то первую свою премию целинника Довжик отдал детскому дому. Начинали в голой степи. И
его палатка в Москве, в Центральном музее революции. Сын отцу надежный помощник. Целинник второго поколения. Но был такой вопрос, что значит мне предлагали взяться, значит, за совхоз, то есть быть директором совхоза. Ну, я, поскольку вот больше привязан к земле, к технике, к выращиванию непосредственно своими руками хлеба, я не изменил своей профессии. Люди склада, значит, хлеборобского склада от земли никогда не уйдут. Мой друг Нурхабул Малгаждаров, с которым мы вот много-много лет уже соревнуемся. У нас очень хорошее такое соревнование, дружеское соперничество. Ну, а обычно нас говорят так, что Бог, то Бог, но сам не будь плох. Вот, все это много зависит от того, как ты будешь работать сам. Ну, хлеб это всему голова, конечно. Золотые колосья обрамляют серп и молот на гербе страны Октября. Герб славит людей, выращивающих хлеб для народа. Пришли в дикое поле, засухи, черные пыльные бури. Нелегко он дается, целинный хлеб. Добжик вон инфаркт перенес. Все вынесли, выстояли. Посеешь хлеб, потом зайдешь, вот перед тем, как созревает хлеб, вот на тебе стоит пояс. Фуражку сымешь, за голову кинешь, а она вот лежит на поверхности. Радуйся своим трудом. Или подчас бывает так, хлеб вырастили очень хороший, стоит хлеб, зайдешь, радуйся этим хлебом. Вот вдруг град пошел, выбил вот этот хлеб, понимаете, зайдешь на поле, ну просто выбитый весь хлеб. Понимаете, плакать хочется. Вот а некоторые значит, не выдерживают, плачут просто, как малые дети. Ну что ж, жалко их труд, вот, который он работал целый год, и сводится на ноль. Песня о белом роднике, из которого отец поил степного скакуна. Нургамбул Малгаждаров, Михаил Довжик. Потомок кочевников, не знавших плуга, комсомолец Днепра, для которого казахские степи — вторая родина. Ветераны битв за хлеб. Кадрдом Михаил Егорович. Хозяин по обычаю поблагодарил гостей, посетивших его дом. Еще в стародавние времена родилась казахская пословица «Сила птицы в крыльях, сила человека в дружбе». Октябрь сдружил народы. Широко, богатырски шагнул Казахстан к социализму. По
индустриальной мощи Казахстан на третьем месте среди 15 союзных республик. Сталь, уголь, медь и космодром Байконур – это тоже Казахстан. Под руководством партии народ справился с самой главной, самой сложной задачей социалистической революции – созидательной. Могучая страна в расцвете сил. Страна, где построено общество развитого социализма. И все это за 6 десятилетий. Слышали в свое время слово партии. Целина не кончается казахстанскими или алтайскими степями. Целина в героическом смысле этого слова также тайга Сибири, тундра Севера, пустыни Средней Азии. Это и Байкало-Амурская магистраль. Виктор Лакомов. Дело его жизни – железные дороги, укладка пути. В последнее время видимся несколько раз за год, притом в разных местах. Провожали, например, с делегацией в Нью-Йорк. Но чаще, конечно, наши встречи на Бали. Бывает и в столице. Прилетели на БАМ незадолго до 1 мая, а БАМовцы провожают зиму. В Москве о ней и думать забыли. Вообще же зима здесь долгая, жестокая. Мороз порой до 50 градусов. С восходом по рельсам, ими же уложенным. 150 километров протянули, а сколько еще впереди? Знаем Виктора Ивановича давно, но коротко так и не сошлись. Со своими ребятами открыт душа человек. А как микрофон, кинокамера? Сразу да, нет, лучше в другой раз. Вот о нем в нескольких словах. Детство в деревне. Затем Елец, железнодорожный узел. С комсомольской ударной Абакан Тайшет ушел в армию. Потом под Братск. На 5 лет в тайгу. Оттуда на трассу Хребтовая Усть-Илимская. Опять тайга до топи. И еще Чили, 73-й год. После работы валились замертво.
однажды проспали землетрясение. Но дорогу построили за месяц с небольшим вместо полугода. С друзьями-чилийцами встретился перед открытием 17-го съезда комсомола. А на БАМ отправился прямо из зала заседания командиром ударного комсомольского отряда добровольцев. Помнится, перед отъездом Лакомов выступил с коротким словом. Разве это не радость ступать по земле первым? Только главная жизненная потребность, порой чуть ли не единственная. Расспрашивали о нем товарищи, начальство. Очень редко встречаются такие скромные, хорошие и одновременно боевые парни, как Виктор. Когда я впервые увидел в работе бригаду Лакомова, почувствовал особый ритм ее работы, я бы сказал, музыкальный ритм. Мне захотелось посмотреть эту бригаду, что ли, изнутри, поработать в ней. У Виктора Ивановича не посачкуешь. Когда работа идет, перекурить некогда. На объекте он может быть сосредоточен, злым, если что-то никогда не получается. Но может быть и веселым, жизнерадостным. И как это ни странно, вот такое состояние подъема у него возникает чаще всего тогда, когда работы много, кстати, не видно конца и края, когда ему трудно, когда трудно всей бригаде. И тогда он пытается всю бригаду как-то расшевелить, настроить на серьезную работу. Виктор Иванович очень не любит, когда вокруг его имени стоит какая-то шумиха. Он считает, что выполняет свою посильную работу, выполняет так, как это делают многие другие. И, следовательно, его не стоит и выделять, не стоит так много внимания ему оказывать. Самые мои сердечные поздравления в связи вот с таким выдающимся днем вашей жизни. Пусть этот день запомнится вам на всю вашу долгую совместную жизнь. Будьте счастливы. Здоровья вам. Говорят, это была одна из самых длинных речей Виктора Лакомова за последние месяцы. Thank you.
второй Транссибирский путь к Тихому океану прокладывается в местах нехоженных и неправдоподобно богатых. Здесь уголь, железо, медь, свинец, цинк, молибден. Магистраль разбудит край, где дремлет вечная мерзлота, где пока лишь звериные тропы. Сюда тянуть колею бригаде Лакомова. Вы видели людей в деле. На таких можно положиться. Вам поможет создать второй, более северный индустриальный пояс на востоке. Возникнут десятки городов и рабочих поселков. Сегодня рельсы пересекли уже границы Якутии, где никогда не слышали сигнала локомотива. Не просто НИЯ, а НИЯ грузинская. Из Грузии ее строители. Улькан, там украинцы и азербайджанцы. Молдавия прислала людей строить Олонку. География народного братства. Поздравляем, Виктор Иванович! Кончай, давай! У нас есть, говорил Ленин, материал и в природных богатствах, и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, который дала народному творчеству Великая революция. Шесть десятилетий над страной знамена октября. Шесть героических десятилетий. Сквозь годы в строю миллионов идут и люди, о которых мы рассказали. Обыкновенные люди, ваши соседи, ваши однополчане, ваши товарищи в труде, строители нового мира.